Президент Польши Анджей Дуда наградил медалью жителя туркестанской области Тасыбая Абдыкаримова. В годы депортации он спас польскую семью Яблонских, а сегодня, несмотря на свой преклонный возраст, ухаживает за могилами поляков в своем регионе. Официальная церемония состоялась в Варшаве. Поблагодарить казаха собрались депутаты Сейма, члены администрации президента и дипломаты. В этом зале собрались видные политики и деятели культуры. Президент Анджей Дуда здесь с почетной миссией собирается наградить 14 номинантов, которые в свое время помогли полякам. В числе первых медаль мужества и братства получил Тасыбай Ата из Туркестанской области, спасший семью Яблонских, которые были депортированы в Казахстан. Очень важно рассказывать об этом добре и отмечать его. Жителю Казахстана вручили медаль первым. Это была большая честь. Меня очень тронула его речь и эта история. Это символическая благодарность от нас, поляков, от Польши. Меня наградили медалью. За это хочу сказать миллион раз спасибо. Это награда всему казахскому народу. Казахи сильные, открытые, всегда готовы помочь даже другим народам. И мы, конечно, помогали. Тасыбай и Валентин – казах и поляк, чья дружба началась в далеком 52-м году. Они вместе пережили тяжелые годы. И даже когда Яблонские уехали в Польшу, писали друг другу письма. Сегодняшняя встреча поистине историческая, потому и слез старикам не удалось сдержать. Валентин Яблонский рассказывает, как попал в Казахстан тяжело больным. Говорит, его не было бы в живых, если бы не казахи. Они увидели меня такого худого и больного, приносили мне еду и даже спрашивали, откуда я и зачем. Благодаря таким людям мое здоровье начало быстро восстанавливаться. Я бы хотел поблагодарить Тасыбая и весь казахский народ. Я помню вкус кумыса и, конечно, как мы ели бишбармак в юртах. Я очень хочу посетить Казахстан и даже думаю написать книгу о том, как это было. После того, как Валентин встал на ноги, он тоже начал помогать казахам. Медик по образованию, стал сельским фельдшером. Каждый день он ездил из одного аула в другой. Так польский парень спас многих казахов. Валентин останется в моем сердце навсегда. Друзья бывают разные, по работе, школьные, но мы настоящие друзья. И через многое прошли вместе. Тасыбай Ата всю жизнь проработал агрономом, воспитал 9 детей. И является достойным примером для своих праправнуков. И, похоже, эту историю дружбы казаха и поляка будет помнить еще не одно поколение. Айдана Карибжанова, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Польша.